Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня решил съездить на блошиный рынок. Станция Новоподрезково называется. Никогда здесь не был. Вот решил, значит, съездить и сделать небольшой обзор. Скажу сразу, то есть тряпки никакие стараемся не смотреть. Неинтересно мне это, значит, вот только какие-то мулечки такие для души. Значит, будем смотреть не на стационарных ларьках, которые, значит, здесь есть и там, где цены очень высокие, а, значит, по развалу, там, где вот люди продают там с рук что-то. Ну, в общем, что приглянется. Вперед, поехали. Ну, начнем для начала с того, что люди выкладывают просто на дорожке, еще даже не входя на рынок, то есть до входа на рынок. Ну, в общем, так, обход наружного периметра не дал хороших результатов. Значит, из того, что видел, это был молоток неплохой. Вот, но не стал брать, потому что молотков достаточное количество. Потом, что там еще, ремень и вот ноженки. Ноженки такие вот брежневских времен. Сталь хорошая, 30 рублей. А теперь правительство делает. Ты видишь, что делают правительство? Они ставят свои камеры разные, включают нам в эту самую, пока еще не сказать, когда что-то есть. Купил вот пятеточки по 5 рублей. Постоянно требуется. Ну, пустышки, естественно. Дальше нельзя закрывать. Почем сие произведение искусства? Кто автор-то, ребят? Автор в студию. Почем сие произведение искусства? Сие произведение стоит 300 рубликов с торгом. Понял. А что-то по весу так нормально. Так там же этот. Не, я понимаю, что там этот. Без этого это не имело бы смысла. Да. Юр, да, я понял. Собака какую цену? Которая авторская. Это 700 рублей. Да есть вот такие вот, хранилища. Что тут только нет. Вот опять же, шикарная вещь. Рядом с трупиком уже в детстве. И потом новый. Да. Вот. Бывает. Повел сюда, нажимает. В сторону двух. Да. И вот один. 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 Стопочка чемоданчиков и шлем, классно. И еще чемоданчики, сумочки такие гламурные. Вот кто получает, может, там будет. Ну, говорят, стеклоредик вот. Масляный 50 рублей стоит. Без пенсии как прожить? Такие швейные машинки. Ну, конечно, без платиновых валов уже. Да, конечно. Вот такой чайничек предлагают за 200 рублей. Даже тут 6 штучка.
мешок. Короче, 200 рублей не деньги, я возьму. А это что за? Просто все равно, как бы я хотел, белое, да? Стаканчики шикарные. Не знаю, что это вообще даже за форма такая. Это швейцарский горный егерь. Понятно. Современный. А я думал, по борьбе с курением тут у него. Дымок идет, да. Такая березовая сушечка. Ребешки чесать. Такая сука. Кушать. Обалдеть. Деревянный обруч на карте. Хомут. Это даже я предназначение не знаю. Типа стиральной машины, наверное, что-то. С боковой загрузкой. В виде бочки. Ушатики с деревянными обручами. Кромыслицы можно носить. Лопата. Хлеб сажать в печь. Обалдеть. Веса такие. Ну. Вот это красота. А это коляски детские. Масса эта. Такая штука. Ручек такая на коляске. Колесики тяжелые, деревянные. И санки с внутренними полозьями деревянными. Ну, это металлический уже, а вот этот вот нижний, это классный. Раньше я говорю, 1700 стоили. Панораму сделаю. А я что, тебя смотрю? А торговля, так я сижу. Так, сюда, вот и за это. Сейчас вот сюда. Ты не прозевай нам это. Да нам. А, что? Не прозевай нам это. А рожки в какую цену, ребят? Это 3000 охотничьи. И за 8 еще там. Рядом. Это тяжелее. Это крыса. А гирька вон та, крайняя такая стоит самая. 1000 рублей. 1000. Есть связка полностью. 3500 там 10 гирек. От маленькой до большой. Ну, это вообще для богатеев. Поедем. Красотка кататься. На таких санках не стыдно проходить. Ну еще небольшой чистый обзор. Фигурка. Ну и попроще.
Там дальше самоварчики. Понимаете, я оценил можно. Я показывал, где цены. Ну все, чайничек, конечно, вот такие. Ну, стоит, наверное, миллион. Ребята, а что чайнички стоят? 5 тысяч. Пятерочку чайнички стоят. Ну шикарно. Пайм, кастрюль какая-то с одной вышкой. Классный горшок, допустим, горшок классный, слушай. Третьего латуни. Предъявите документы. Я думал, ты пора. Прялка, между прочим. Птичка. Готовая прялочка. Ржавого, блин, железа много. Что такое ценное? Интересно, сколько ящиков в комплекте стоит? Видишь, они анонировали. Так что не бывает. Три краски морковных красок. Вот. А вот это органическая мать краска. То есть они четыре типа. Я все подобрал. И вот это вот есть. Ну, дай карандаш, пожалуйста. И вот это вот есть. Белый. Ну, еще на рынке. А что? Вот стакан, из него можно выпить. Нормальный пацанкой, коммунаркой, одетый вот в такую одежду. Какая колоссальная помоечка. Еще 150 сумка для кошки, то больше. Ну, кстати, канистрочка прикольная, но я думаю, денег стоит. А что канистрочка стоит 10-литровая, ребят? Классические понты. Калькулятор. Вентилятор. Кстати, просто Никон, ребята. Просто Никон. Вот так. А это что ж такое-то? Это накопитель, что ли, да? Или, или энергия накапливает. Черный ящик, да. Странный магнитофон. И лампочка такая. Киловатта на 3, наверное. О, тут можно запитаться, зарядить чего-нибудь. И посмотреть телевизор. Вот так вот. Видеоролик. На канале YouTube. Вот совершенно замечательное напряжение от Чубайса.
А вот можно, да, запускать змея. Вот змей у нас висит. На вертикалку. Видно змейку? Видно, конечно. Куда он денется? Сейчас мы на нем сфокусируемся. Вот он. Как птица огромная. Ворон. А, ворон, точно, да. Черный ворон. Кстати, между прочим, классная штука для охоты. А ребят для тренировки берут. Ворон. Ворон приманивают ворон ее. Для охоты ее. Уток вот там пугаешь, понимаешь, а здесь их отстреливаешь. Охота, расстояние, да? Вот приличное. Чтобы не садили, да? Да. Дай бог здоровья. Вот автор, да, авторская работа. Человек сам делает змеи. Переплюнул китайцы уже. Ничего, если в интернете-то будет, а? Реклама, ничего. Реклама вам как раз. Так это еще хорошо. А зовут вас как? Ну как Пушкин Александр Сергеевич. Александр Сергеевич и его змеи. Вот еще разочек. Я не против. Это ваши, да? Высота, да, приличная. Я уже не вижу. Даже. Сначала думаю настоящий, вот потом... А ворона тоже думают, что настоящий. Они орут, крутятся. Прогонять. Чужой. Что, стабилизация классная. Что, молодец. Подобрал угол правильно. Ну, спасибо, удачи вам огромное. И вам также. Счастливо. В интернете там. Да. На Ютубе можете смотреть. Большой выбор всякой посуды, не крупной, вот, пожалуйста, развал у человека. Сотейнички, тарелочки, наверняка все недорого. Такая штука, калькулятор, ультрадюрабле, гигабайт. С водяным охлаждением, куда деваться? Да, надо потрогать. Шиза косит наши ряды неуклонно. 50 рублей, Мишка. Проектор шикарный, 8 миллиметров. Раньше такое было кино. Спиннинги вот есть. Made in Japan. Карбон исключительно. Господи, наше несчастное детство. Умывальничек какой шикарный, вот он. А почем умывальничек у вас, ребят? 2,5. 2,500. Аппаратов количество неимоверное. Жалко все. Все так уже, все старенькое такое, уже никому не нужно. Чужок. Так же расстроился, блядь. Все, блядь, собрали. Сейчас в плане этих валют и так далее, уже там. Уже одно неинтересно, второе неинтересно, не умещаешься в деньгах. Бутылочки, видимо, для зажигательной смеси. Фонарь, это шикарный фонарь. Вообще караул. С красным стеклом. Ну, здесь есть чего посмотреть. Телефончик судовой. Ну, просто внимательно рассмотрим. Вот такая же она, собственно. 600 и... А? Грязная она такая, что ли? Давайте я тогда ручку переставлю, да? Давай, я ну, столик с ним, естественно. Так, 600 и 600. 2100, да? Сейчас там. Что-то.
игрушки моего детства. Извините, а это какая-то служебная радиостанция, что ли? Нет, это магнитофон. А табурет почему этот буквы? Деревянный? Да. 1000. Это магнитофон, там кассета боком вставляется. А, да. 1100, да? 1100. Класс! Горшок классный, с лейкой. Прикольная стиральная штучка. Скалки. Безмены такие классные. Безмены действительно отличные. Это топорища от древнего. Для взвешивания. Больше ничего не нужно. Ни гири, ничего. Гири является самым конец противовеса. Вот все, все обошел, финал. Не знаю, понравилось или нет. Вам. Выставка гламурных столов Singer для машинок швейных. И вот такие вот граффити. Ну, в общем-то, это вход, и он же и выход, соответственно. Есть еще один запасной с той стороны. Шкафчик так по-домашнему застекленный. Посудой. Ну, в финале можно пройти. Через вещи купим, подарим. Фуфурек такой. Самогон. В общем, то есть чего пить. Тут рюмочки. Здесь, наверное, по цене вертолета. Вот такие вот, пыльные колбы. Мощные банки. Для спиртных напитков. Вот это особенно хорошо. То есть, как бы, наливать из нее, наверное, ну, крайне проблематично. С ростом приблизительно с меня. Покрытие еще такое, или это мизинка такой? Ви! Покрытие. А эта ручка не была припаяна? Нет. Не было. Пойди сюда, пойди сюда. Вот смотри, медь там под ней, медь нету, нету меди под ней. Смотри, иди сюда. Вот тут нашли медь, иди сюда. Где? Иди сюда. Я знаю. И что, это медное? Я думаю, что да. Медное, видишь? Это просто была ручка. Объединенная. Она была объединенная. А. Серебро объединенное было, да, бывает такое. Дальше горит. А вот. Гламурная патина. Вот так все это выглядит вместе. Уники. Ангар. Теплица с дверями. Ну и того, в общем-то, все покупки получились на 750 рублей. В следующем ролике покажу, какого говна я там набрал. Всем привет, счастливо. Спасибо за просмотр.